Мы будем следить за развитием событий. К другим темам. 5 дней солдатской жизни. Сегодня утром с площади Победы более 210-классников со всех школ города отправились на учебно-полевые сборы. Ежегодно они проходят на базе загородного лагеря «Белый городок». Провожала ребята наша съемочная группа. Проверка на стойкость, выносливость и мужскую дружбу. В течение 5 дней юношам предстоит жить как солдатам по уставу. Будущие защитники Отечества будут демонстрировать свои лучшие физические и морально-волевые качества. Взамен получат необходимый жизненный опыт. Ведь защита Родины и служба в армии – долг каждого мужчины. Руковожу сборами уже 18-й год. Сборы у нас ежегодные. Цель этих сборов – познакомить юношей 10 классов с основами военной службы на практике, а не в теории. На сборы выезжают ежегодно в районе 200 человек. В этом году у нас есть 204 человека. Значит, в течение 5 дней они будут заниматься военной подготовкой. Стрельба, тактическая подготовка, строевая, химзащита. Ну, в общем, то, чем занимаются военнослужащие. Несмотря на все предстоящие испытания, у мальчишек по-настоящему боевой настрой. Это как-то закрепляет характер даже немного. Хоть и на сколько-то дней мы не ехали, да, это сплощает коллектив. Новое событие вот в моей жизни, которое, скорее всего, что-нибудь мне даст. Новый опыт. А опыт – это очень важно. Это испытание на прочность, как говорится. Проверка, смогу ли я прожить целый год в армии. Кроме парней, на площади Победы сегодня собрались и девушки-одноклассницы будущих защитников. Все они с волнением провожали мальчишек. Дорогие мальчики, я желаю вам успехов, чтобы у вас все получалось. Крепитесь, держитесь, мы с вами, мы вас очень любим и ждем. Мальчики, мы понимаем, что эти сборы очень важны для вас, и через это должен пройти каждый. Мы желаем вам, чтобы вы прошли этот путь, и чтобы у вас все было замечательно, и вы стали настоящими мужчинами. Мальчикам эти сборы нужны для подготовки в армию, кто пойдет, для того, чтобы научиться любить свою родину, защищать ее. И я им хочу пожелать научиться там ответственности, гордости за свою страну. Провожали словно на службу, но и не так далек тот день, когда сегодняшние 10-классники встанут в ряды российской армии. Пожелаем им выдержки и успехов. Мария Жукова, Николай Младенов, Новости Муром.